Есть неизрасходованные деньги, нет капитального ремонта. В Кировской области фонд капремонта не освоил порядка 1 миллиарда рублей. Это взносы кировчан, которые должны пойти на обновление и устранение неполадок в многоквартирных домах. Всего отремонтировать в этом году нужно было почти 8 сотен домов. Работы полностью завершены меньше, чем в половине из них, рассказали в областном правительстве. И такая ситуация сложилась не только в нашем регионе. По данным Минстроя, общая сумма непотраченных средств по стране достигает 200 миллиардов рублей. Представители фонда капремонта нашей области обещают освоить оставшуюся сумму в следующем году. Эти деньги пойдут только на выполнение работ по капитальному ремонту. Да, есть у нас экономия, но граждане могут не переживать, вся эта экономия будет использована только на капитальный ремонт. И только на те дома, где это нужно в первую очередь. Соответствующее изменение в законодательство, оно разрабатывается.